усилий двух сильных людей, это для жителей края всегда лучше, чем какое-то противостояние, какая-то конфронтация, которая отнимает ресурсы для решения потусторонних задач, а не решения жизненно важных проблем нашей территории. Поэтому губернатор призвал к объединению всех заинтересованных сил, которые хотят развития нашего региона, и готов к совместной работе и включению их в свою команду.